Всем привет! Я сразу четырех, ой, вот трех подписчиков встретил. Офигеть, так. Гоу, тачку возьмем дверную. Пожалуйста, заранее спасибо. Потом. Я сейчас снимаю. Пошли возьмем, ну. Все, гоу. Блин, а где другой? Третий. Все не зам... Ага, все. Из грубо какой-то первый ранг сейчас тоже был. Узнал. А, что это за бред? Супермаркет. Радуется. Ну-ка, там АФК чувак ушел, почему? Что с ним? Давай я тебе позвоню. Прими звонок. Нет, я снимаю. Потом. О, наконец. Опять там буллет мой трогает. Обалдеть, я встретил Антона. Вообще дофига так-то подписчиков, по сути, узнают. Класс. Мистер Мазерати. Ой. Не жалею, что из этих, из ВМФ уволился. Пойду в мэрию или в банды пытаюсь, попытаюсь устроиться. Стой. Денис где-то? Какой Денис? Ку. Просто подождать. Ку. Ку пишет. Блин, а там разве есть четырехдверная тачка? Блин, не помню. Собеси... Блин, тут в мэрию Санфер. Ну ладно, я хочу в мэрию ЛС пойти. Ну давай быстрее чем-то. Это смотри, типа по ДД едет на кловере. Давай шустрее, плиз. Блин, почему в мэрию? Ну ладно, зато встретим. Ну блин, что-то МГ они, конечно, нарушают, ну ладно. В принципе-то. А пойдем через парк. Ну где там этот чувак? Чем он так медленно бежит? Он небо не хоббит, смотрите-ка. Он вообще вот так вот просто бежит, вот так. Кладбище. Подождите, а что это такое? Бак. Вертолет где-то летит. Ну, чё
так долго-то идет он? Это, извините, это мне ВКонтакте написали. Блин, интернет надо закрыть. Сейчас браузер закрою. Сейчас буду спамить. Так. АФК. 2 секунды. Все. Блин. Денка, ты чё? Все, го. Извините, гонки не будет, техни-палатки. Чё за бред? Давайте решим. Ох, шустрый. Какой? Чё? Ну что за бред? Залагал. С ним в скайпе. Нет. Я нет. Причем тут водитель автобуса вообще? Подвести не надо. Ну, не нужен, ну. Чё, Данка? Дайте кто-то скайп. Зачем? Соблюдайте. Плиз, МГ. На всякий случай. После съемки, да. Метание гранат. Вот что такое МГ. Как РП можно не знать? Офигеть. Я думаю, уже нет таких. Я нуб, я не понимаю этого. Ну окей. Ну, чё ты там объяснишь? Ладно, пошли дальше. Соблюдайте. Я в мэрию пойду скоро. Набор жду. Надоел. Поддерживаю. Наконец. Сейчас снимем какую-нибудь четырехдверную тачку. Которой тут нет, по-видимому. А, не, вон есть. А вот эту вот давайте, что неплохая. О, давайте вообще вот эту вот. Рент-кар. Man, his hair be fly. Блин. So I had to grab him. I said, look here, homie. How you get your hair all greasy and fly and shit like... Все, наконец-то так. Так, лог 2. В администрацию... Блин, окончен. Не такой... крутой тачки. Зато... четырехдверный. На спауне стоит. Буллет. Он для нас взял четырехдверный. Все для подписчиков. Адекватный, кстати, вот этот мистер Масерати. Куда мы едем? В СВ или ВВС?
Я тебе 4 дня ждал. Где? Адекватный, кстати, не требуется ни этого. Ни вирт, ничего. Одни из немногих, кстати говоря. Так. Туда едем, туда все. А вот друзья. Нет. Я Егошний. Егошний. А тачка, кстати, норм. Вот это вот. Вполне. Ой. Тум. Антон, мне больше всего понравилось. Называем случай. А как ты донатил? Сколько? Через демонстрацию. Экран. Тут-ту-ру-ту-тум. Как эту тачку шатает, капец. Ха-ха. Смешно. Смешно, да? Ба-га-га. Платил фрапсом, а донатил микрофон. О, вот это да, вот это классно, да, шутка реально, как мой юмор, можно сказать, да. Классный чувак. Это как вождь через бандикам разговаривает. Через группу или через сайт. Через YouTube. Господи, останься от него. Блин. Двери покорябли. Плохо. Он снимает это из-за того вопроса, не знаешь. Блин, сейчас я вообще ничего не говорил, забыл, что снимаю, да? Как-нибудь это вырежу потом. Я еще ржал над видео, где возможно как бы открытие нового сервера. Ах, мы падаем. Ну, еще куда едем? Сейчас. Короче, будем супер агентами. Ой, тихо. А, два бомжа и Элвис. Чего они УФК уходят? Ай. Уже взять скин, наверное, каплю на дом. Ну, что за бред? Нет, так. Солдаты, почему никого на КПП нет? Позови мне. А, позвони мне. Сейчас, смотрите, с горы упадет. Точно. Да. Красавчик. Открывай ворота. Ворота. Чё за бред? Солдаты. Солдаты.
трубы приехали чинить. Генерал вызывал. Откройте. Он куда-то побежал вообще. Фиг знает куда. Откройте ворота. Мы трубы приехали чинить. Здравия. Из ЖКХ показал талончик ЖКХ. Генерал вызвал у вас трубу прорвало. Вряд ли, конечно, они сейчас пропустят меня, как это было один раз. Но все же. Приказ никого не выпускать, трубу сами сделаем. Тогда $1000 за ложный вызов. Вызов. Ладно, окей. Да, каждому. Сами главное вызывают. А потом... Вышел. Покинь сервер КПП. Все, капец он. Похоже. Блин, что-то мы не того взяли. Не джек, 260. Просто скины одинаковые. Нажми Alt-Tab, позвони мне, плиз. Зачем? Ну, в общем, вот так вот я, возможно, буду, если встречу, опять снимать.